Забываем про жопу! Вот оно и началось. Вот чего и не хватало. Ну, блядь, у нас все равно на воротах некому кто-то стоит. Так хотя бы ребята тут попасться, знают, что это за стиль. Они немного отлично. А где же Варгалей от двор прошлого тура? Не смог. Но он предупредил. Он на три бы смог, а потом когда на час перенесли, он не смог. Блин, что же вы мне не сказали? Он на три, кстати, пытался сначала, не знаю. Не, на три он напитал будет. А потом на час сказал. На час он, не, он не говорит. Сейчас я. Да и за работу, наверное, да? Какой угловой? Нет, это был товарищ судья. Не было угловой, он не выживал, вы не видели. А то, что он, блядь, с коленом на вратаря летит, это нормально? Ну, просто. Вчера Бердо простили. Который не каждый может заменить. Завернули! Привет. Кто играет? Играет Легион, дядьки. Каждый матч на новом составе? Нет, нет. У них просто на самом деле вот это их основной состав, который был в старте. А тот, кто вам забивал голы, он редко приходит. Ну вот сегодня он не смог. Я как раз только что спрашивал, где же он? Ну, у вас хороший матч с хорошим соперником, удовольствие получите. Единственное, плохой в этот раз? У нас два человека сегодня там сказали, что у нас был хороший уже. Не, сейчас не хватит. На самый-самый наш сильный. Потому что тот был не самый сильный. Уходи, Леха, уходи. Ну ничего, я там... Маркин! Маркин, молодец! 2-1. Дядька. Дима забил? Тогда Миша. Все поменялось. Тогда Манишечка, ёпка. А сколько у вас человек будет примерно? Нормально. Ну, ребята спрашивали, это тот альянс, который с Интерном играл? Я не знаю. Ну, да. Они из другой группы у вас, как стыковая. Посмотрим, как раз уровень. Да. Какой необычный у ребят стиль. Они вроде и ничего интересного не делают, но почему-то выигрывают. Серьезно, забавная команда. Что там, не угловой, не... Это второй тайм, да? Да, второй тайм, они уже 5 минут как сыграли. Получается 20 минут, и, грубо говоря, все, вы заходите. Давай! Я! Мишин Губы!
Подожди, так и до Мишу зайти. Дайте всей команде. Даже вот домой зайти, да? А? Вот домой не дойти, да? По-моему, Кужель опять вроде. Что это было? Устал, заходи, дай отдохнуть, если устал, то не можешь. Отлично! Я все устал, давай, быстро. Да-да-да. Ну, я являюсь организатором, вот, получается, и команда попросила, чтобы я подобрал еще дополнительно, ну, так как и не хватает им игроков. Ну, об этом можно поговорить, только я, давайте вам перезвоню ровно через 16 минут. Угу, спасибо, сын. Ага, не говори, блин, не говори, да-да. Дима, бежать, пас.
Супер, отлично. Спина. Спина. Хорош, Валера, хорош. Сань, задний игрок, Сань. Еще, Кирилл. Вот. Ребят, кто устал, есть замена. Да, я вам сейчас, я же говорю, что перезвоню сейчас вот уже через 11 минут и расскажу. Назад. Окей, супер. Это, наверное, будет момент тура. Давай, встречай, помогай. Нет. Не реализован. Давай, помогай. В начале был, когда даже ваш капитан не поверил в это. Вот это был, конечно. Встречаем, чтобы стоит! Ну, стоял здесь, думал уже, что гол, уже разворачивался. А потом смотрит, а гола нет. Ну, потому что не забили. Ну, ребят, ну давайте, Борис. Даша, не было гола? Судья ж не видит. Сам. Назад, двигайся назад! Сзади, гол! Давай назад! Катай его, меняйся, в атаке. Вот сейчас. Лёха, сядь! Не оставляйте крайнего игрока их! Ребята, не боимся попросить замену! Играй! Выбивай! Сам. Пас. Хороший пас. Лево есть, лево. Молодец. Ребят, давай. Встречаем, кто встречает, ребят? Вперед!
Давай. Вил, готовься, есть Дима. Назад, назад, колено назад, колено, давай. Олег! Ну, не сломай! Назад, назад, назад! Кирилл! Ну что ты стоишь? Ну! Ходи! Ай, красиво. Там камера по времени говорит. По времени осталось 9 минут им играть. Ну, вы начнете чуточку позже, на минут там 4-5. После вас просто нету игры, поэтому не сильно спешим. Ровно час там будет перерыва. Разобрали, игроков! А подожди, ты только женщина. Ваня, давай, играй. Ваня, играй, играй, вот, возьми игрока, Ваня. Угловой! На стопу. На стопу. Хорошо, что ты понимаешь, что его нет. Это уже хорошо. Так с каждым разом все больше и больше приходит понимание. Не понял тебя. Не то поле, бывает вот такие фото. Да как нет, у него мяч с ноги выбили. Сань, ну не надо. Я инспекторы, тут не надо, еще раз говорю. Вы комментируете. А нам судейство нормально надо. Саня, Саня, тихо. Саня, тихо. Вот разок, а то побачим, будем еще сделать. В Белой Церкви видишь, что там творится. Саня, все, тихо. Так он один судит, правильно? Вы что, давай, все, поднимешь его больше, а второго судит. За него, понимаешь? Левый, левый! Один на тот больше, Сейчас будет классный матч. Это переходной? Кто, кто, кто? Это интерны с Альянсом будет играть. Переходной, да? Ну, получается, типа, как бы, Альянс вашей группы, вот только заявился вместо Марокко.
А интерны из той группы, они, ну, чтобы не было просто пропуска, интерны борются за очки в этом матче. А Альянс как бы просто, ну, отстаивает право. Но будет интересно. Из-за того, что у работы не получалось сегодня, ну, мне надо как-то химичить. Видишь, вместо того, чтобы лучше играть, ребята спорят. От этого весь, даже качественный футбол пропадает. Поэтому споры на футбольном поле всегда плохо. Надо результатом показывать, результатом играть лучше. Я не знаю, она, по-моему, равна. Мне тут просто, если честно, солнышко светит, и я так расслабляюсь, что я... Нет, нет, воды, воды. Скоро возьму стул. Но после вашей игры хочу вашу поснимать. Я думаю, будет интересно. Мне нравится, когда реально хорошая борьба. Я получаю удовольствие. Ну ничего. Я не согласен, ребят, показывайте в футболе, ну капец, это... Я не так еще смотрел, но просто вот сейчас надо забивать, вот сейчас. Не 20 минут думать о том, как произошло по судейству, а забивать вот здесь, доказывать это на поле. Если ни одной игры победы нет, то это что-то означает? Не надо, просто отходи и все. Что-то скерп. Не переживай, я все вижу. Поверь мне. Смотри,